Еще 2 года назад новый двухэтажный поезд был лишь на макетах. Сегодня он впервые отправляется из Оренбурга в Москву. Отличительной особенностью новой модели является наличие душевой кабины в каждом вагоне и детских купе в стилистике космоса и сказок. В самих купе есть устройства для беспроводной зарядки гаджетов, розетки, сейфы и другие удобства. Самое инновационное – вход в купе по электронным пропускам. Так, я, получается, прикладываю. Все красное, кнопка. Оно закрыто. Да, прикладываю закрыто. Снова. Открыто. Оно открывается. Да. У каждого пассажира будет своя личная карточка. Это температурный режим у нас, то есть температуру прибавляете себе в купе больше, кто хочет меньше. Это у нас громкость, это то, что объявляет начальник поезда в штабном вагоне. Также можете прибавить и убавить. Это у нас вызов кнопки проводника. То есть вы нажимаете, проводник вам приходит. Тут получается у нас регуляторы света. Ярче, светлее, темнее. С вводом двухэтажных поездов стоимость проезда начинает падать. И если в одноэтажном поезде Оренбург-Москва стоимость проезда в плацкартном вагоне примерно 2600 рублей, то эта цена проезда будет вот в современном двухэтажном поезде верхняя полка в купе. Также отметим, что при помощи системы пневмоподвешивания поездной состав имеет более плавный ход, что добавляет комфорта для пассажиров. Он может довести 410 человек до Самары, где к составу крепят дополнительные вагоны, поэтому вместимость поезда в пути от Самары до Москвы вырастет в 2 раза. Сам путь от Оренбурга до Москвы займет 25 часов. Александр Кацун, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.